Я говорю, Влад, давай выкрутишь, не хочет, говорит, давай ты. Ну ладно, я так я. Опс. Скользкий. Скользкий малыш. Скользкий малыш. Я бы его прошел, Влад. Я бы не заметил. Вот это уже интересная форма. Темная. Вересковая. Ну, вересковые, как правило, бывают червивые. Ну, ты посмотри пока. Потом. А я пойду другого возьму. Я уже туда прошел. Это я, кстати, пропустил тоже. Ну, Влад нашел, молодец, заметил. И у меня шикарный просто. Влад, иди посмотри. О, блин. Сбил уже. Ух, красавчик. Это вот такая же форма, как там, по дороге. Да, да. Ну, давайте посмотрим вместе. Побольше режь сразу. Видите? Угу. Да под шляпку сразу, шинькой. Ты больше. Больше, значит, вересковые. Ладно, клади потом. Это мне неудобно. Сейчас вывалится. О, теперь нормально. Тоже грешен. Но не так. Ну, не так. Сейчас дальше нормально будет уже. Все, оставляем. Все, да тут вообще ничего нет. Шикарно. Снова перепутал, вот думал, бледная в песке, но оказался белый. И еще вот так, тут срез кто-то был здесь, это уже давнишний, вот один не вырос, и смотрите, все-таки малыши вышли, вот один шикарный, ну, видно, что пробит. Я думаю, шляпка будет хороша. Так, и еще я тут видел. А вот. О, не зря я сюда решил пойти. Один постарше. Подберезовик. Так, я издалека видел, там что-то стоит. Вот он еще один. Это горчак. Это горчак. Нам не пойдет. Издалека так был на беленький похож. Рядом покружил. Подрезал. Чуть-чуть пробит. Маленький, чистый. Ближе к шляпке будет отлично. И вот. Блин, они здесь наиплотнейшие, прям твердые-твердые. Уже заметно потеплело. Птички поют, листва осыпается с берез. Так, ребятки, мы слегка разделились с Владом, он дорогу смотрит, а я пошел противопожарный ров смотреть. Получается, у меня и камера, и нож. Хорошо, куртка есть, все в карман складываю. Потому что тут попадается неплохо. Смотрите, какие экземпляры. Но тут место интересное. Мне оно в прошлый раз понравилось, но тут я практически ничего не взял. Сегодня это уже тут будет около 10 штук. Смотрите, какая ножка здесь была, срез. Кто-то оставил. Блин, туда. И вот размерчик, да? Шикарен.
Надо такие местечки еще посмотреть. Я знаю, здесь в лесу есть, скажем, такой вот бугорок и открытая местность. Здесь просто шикарно. Мне очень нравится. Во-первых, красиво. Видите, тут сот уже был. Но это большие грибы, а мне попались маленькие малыши. Ребятки, разные. Калибр попадается, вот побольше, но вот чистый. Это не очень чистый, но, возможно, шляпка нормальная будет. Вот такие малыши. Свеженькие совсем. Шикардосные. И, глядишь, скоро в лес, может, переберутся. И по лесу пойдут. Было бы здорово. Кроме белых грибов, редко-редко, это, наверное, третий, желтобурый попадается. Но этот очень достойный экземпляр. Просто, просто шикарен. Ну что там, польскую нашел или что? Да, два поля. Угу. Ну так, более-менее качество. Уже начинает подсыхать, конечно, без дольки. Что здесь? Ничего, сухое что-то. Сыроежка была сухая. Вон сыроежки лезут одна за одной. Сейчас в бору. Именно сосновый бор, без всякой ели. И нам улыбнулась удача. Правда, единственный пока, или вообще, это боровичок. Скорее всего, он, наверное, тогда был, Влад, в воскресенье. Ему не три дня, ему побольше. Не факт. Просто я не видел его. Не факт. Могло и не быть. Ну, в общем, классно. Прежние места работают, но, конечно, только по одному. Может быть, попозже осенью и будет что-то интересное. В смысле объема. Извиняюсь за шум автомобиля. Но мог бы и раздавить, хотя он не по колее, а сбоку, да? Но увидел, куда выскочу. Это рядом с боровичком. Такой вот красавчик белый. Хороший. Идет к нам. Ну, тут ничего. В борах не только боровички, но и простые белые грибы есть. Это уже второй. Но мы здесь недолго будем. Надежды мало, что здесь много, да, чего-то, Влад? Не то, что надежды мало, а я могу дать гарантию 100%, что здесь массовости нет. Поэтому посмотрим основные точки, убедимся. И переедем в сосново-еловый бор. Развернулись, выезжаем. Да, остановлюсь. Место такое красивое. Мох, белый мох, зеленый. И вот на солнышке ждет. Из машины не видел, честно признаюсь. Только когда вышел. Ух, нога твердая. Вот такой отличный экземплярчик. Супер. Мы еще все выезжаем из леса. Одного хотим в другой переехать. И беленькие до дорог. Так, это машина. Влад, где он? Вот он. А, вот. То я раскопал и не вижу сам. Возьмешь? Давай. Ну, наверное, подрезать сразу, да? Ну, если есть желание. Есть.
Давай. Всегда грибы находятся, а всегда есть желание. Чисто. Да, классно. Как здесь живописно. Чисто. Покажи. Красочно. Зеленый мох просто. Он сейчас с осени набирает самый цинус, да? Да. Но сухой он, конечно, ужасный, этот мох. Ну, еще не сильно, не супер, Влад. Нет, уже прилично подсыхает, особенно на буграх. Особенно беломошник. Завтра будет. Особенно завтра будет совсем сухо. Никак не доедем. Убор еловый, сосновый еловый. Все здесь нам попадается. Ну как мы можем оставить их? Ну все, это крайняя точка. Будет включение, если, конечно, в том бару что-то будет, обязательно снимем вам, покажем. Влад уже ушел. Пошел смотреть, мы из машины видели, вот ехали, и стоит боровичок. Он уже ускакал, Влад, а я снимаю. Это второй на сегодня боровичок. Они, кстати, примерно одинакового возраста. Ну что там? Под березой нашел вот такого желто-бурого подосинового, но... Не дать, не взять, да? Да. Ну, давай подрежем. Под березочек. Чистый. Чистый. Там вообще красивейшие места. Чистоган. Да, там маленькие точки. Ну, точки. Ну, ладно. Наконец-то добрались до соснового елового бора. Елово-соснового. Мы уже были находки, конечно, но там не стали снимать. А вот этот достоин экранизации. Да, не супер-пупер, но достаточно хороший экземпляр. Что-то комары тут рассвирепели. Да, комары и усталость. А вот, глянь, какой еще стоит. Да, усталость. Влад, сними, что на виске у меня там это? Лосиная. Как же она хорошо цепляется, это ужас. Опа. О, хороший экземплярчик. Ну да. Маловат, правда. Ты все шутишь. Одного раздавили. Малыша. Один остался цел. А увидели вот этого большого. Проверяем наши кустики любимые. И тут, как всегда, ремничка выдала. Вот смотрите, тут что-то непонятное. Даже не буду трогать. И вот они, малыши. Один. Второй. Третий. И вот. Четвертый.
И вот предыдущий чистенький. Еще вот два. Один пробит, другой качество лучше, но именно фур такой же староват. Ух, сейчас вам покажу, такая находка, это просто супер. Мы еще такого не встречали белого, с такой расцветкой, раскраской, формой. Представляете? Обалдеть. Вот что значит елово-сосновый бор. Или наоборот, сосново-еловый. Это просто. Обалдеть. Там жучок какой-то. Змея. Хотела его съесть. Мы были первее. Обалдеть. Это просто великолепно. Супер. Это еще не все. Мы нашли кое-что тоже интересное. Будем сейчас вам показывать. Но надо вернуться назад. Опа. Еще один. Гляньте. Этого я не видел. Этого я не видел, если честно. Ну, такая же масть. Просто раскрас чуть светлее. Так, смотрите, ножка сетчатая. Назад все присыпем. Вот они, два красавчика. Два хулиганчика, ради которых мы сюда пришли, искали их. Еще по канаве попадается, это все рядом. Вот такой прекрасный экземплярчик. Сейчас поближе. Угу. И вот тоже. Тут понял, я такой, что там взял. Покажи, что ты нашел. Одинаковые. Да. А покажи тех. Это вообще сила. Я их почистил, они да. Чистенькие. Вот все, еще да? Три. Смотрите, вот это вообще, это чудо. Это что-то феноменальное, это фантастическое. Да, раскрас просто, как будто добавляй. Но вот это осень. Великолепно. Это осень, ребят. Идем вперед. Сейчас увидите идем еще один. И нас там кое-что ждет. Видео будет не короткое, затяжное, но такие экземпляры, столько здесь можно показывать, просто это великолепно. Влад, возьмешь? И еще есть впереди, чтобы вас не томить, сейчас я выключусь. Наконец-то я дошел до этих двух прекрасных. Двое из ларца, да? Как они? Стоят, да, тут? Одинокие. Но мы их возьмем. Опс, оторвался. А третий рост, но он все загнил. Тут нереально все. Но тоже они прекрасны, согласитесь. Прошел по канаве, по рву, по этому противопожарному, можно сказать. Ну, здесь я называю его конец, он заканчивается. Ну, там непонятно вообще, что туда никогда ничего не было, сколько ходил. А до сюда доходит, что-то было. Начал разворачиваться, уже не поверил, что что-то может быть. Ну, масленок. Вот он, один белый. Вот он, второй. И еще один. Я очень доволен. Очень доволен результатом. Три белых.
А я, можно сказать, практически развернулся и ушел. Не знаю, как я смотрел, может быть, усталость сказывается. Проснулся сегодня в 3 утра. Уже не мог спать. Влад с работы приехал около 3:30. Подождал я до 4. Написал ему, что он, я думал, что он поспит. Договаривались где-то около 6 выехать. Но случилось все так, как случилось. И мы выехали и успели на наши места первыми приехать. Собрали там неплохой урожай. Сюда мы, конечно, уже не первые приехали, но уже 1-2 мы нашли отборнейших белых. Очень круто. Я настолько доволен. Просто великолепно. Подошел к концу наш грибной поход. Он очень был длительный. Будет из двух частей состоять. Хотя в конце это говорить бессмысленно. Но, в общем, нам все понравилось. Лес одарил нас своими дарами. В основном это белые грибы. И они настолько великолепные, что... Не знаю, слов нет. Нет слов. Особенно вот красавчик. Посмотрите, какие зачетные экземпляры. Да, с этой стороны чуть-чуть побольше. Здесь вот малыши. Средненькие. Ножки в основном чистые. То, что не чистое, под шляпку мы обрезали. Также и желто-бурые подосиновые нам попадались. Ну, их немного в этот раз. Польский гриб. Масленок в пакете оставили. Не стали его перекладывать никуда. Так он в пакете домой и поедет. И колпак кольчатый тоже в пакетике, чтобы не потюрился с лисичками. Тебе понравилась наша сегодняшняя вылазка? Сегодня вообще шикарно. Я считаю, что в этом сезоне это наш лучший поход. По крайней мере, по белому грибу это точно. Такого классного белого гриба в этом сезоне у нас еще не было. Замечательно. Просто замечательно. Ну, вот что вот это я вообще, я не знаю. Я за всю свою жизнь такого белого я не встречал. Цвет великолепный, да? Сочетание да. Ножки, шляпки. Сочетание формы, да, формы, цвета. И качество. Ну, это просто замечательное что-то. Что-то замечательное. Да. Что, попрощаемся с нашими подписчиками. Всем пока. Кто ставил, кто смотрел, ставим лайки. Подписываемся на канал. Всем счастья, добра, полных корзин. Мирного неба над головой. Ну и ожидайте наших новых походов. Пока.